Социальная сфера традиционно останется в приоритете. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание бюджетной комиссии по формированию проекта окружного бюджета. Главный финансовый документ округа формируется на 2019 и плановый период до 2021 года включительно. По словам главы региона, повышение качества жизни ямальцев – ключевой аспект, который будет учтен при создании этого документа. Социальная сфера традиционно останется в приоритете. До конца недели исполнители и законодатели должны представить свои расходы. Акцент будет традиционно сделан на выполнение майских указов президента. После решения комиссии проект бюджета рассмотрят на заседании правительства, затем в ЗАГС-собрании округа.